горе русский солдат, и сердцу по-прежнему горько, по-прежнему горько, и сердцу по-прежнему горько, что он с Лесницовой пурги из камня его и настёр. Прекрасный вечер, посвященный юбилейной дате 75-летию парада в Москве и начала контрнаступления под Москвой 41 года с участием авторов ЛИТО «Свежий взгляд». Наш концерт открыла песня Алёша, саккомпанировала под гитару Марианна Соломко. Слово предоставляется Сергею Геннадьевичу Галицкому. Правильно? Да, писатель, руководитель проекта «Они защищали Отечество», член Ассоциации писателей и баталистов и новинистов Санкт-Петербурга, автор 11 книг. Пожалуйста. Я очень рад вас видеть сегодня у нас в музее. Музей у нас называется «Они защищали Отечество». Он посвящен войне в Афганистане и на Кавказе. И у нас много здесь было самых разных гостей. Это были и военные, и школьники, и студенты, и курсанты. Но вот поэты, члены литературного объединения к нам пришли первый раз. Я надеюсь, что вы еще к нам придете, может быть, еще к вам кто-то присоединится. И я очень рассчитываю на то, что вы к нам будете приходить чаще, я повторюсь. И если вдруг у вас будет желание, то мы можем организовать встречу с учащимися вот этой школы или другой школы. То есть сейчас мы проводим нашу встречу, но главная цель, конечно, чтобы вот то, что вы создаете, те стихи, которые вы создаете, услышали дети. Вот. На это я рассчитываю. Так что спасибо вам большое, и тогда начинаем. Пожалуйста. Я приглашаю Ирину Семеновну Катченкову. Литературный редактор «Альманаха». Удобнее вставайте, сейчас я вам передам. Подождите, я объявлю вас. Потомственный педагог, учитель истории, отличник народного просвещения Российской Федерации, литературный редактор и консультант по истории «Альманаха. Свежий взгляд». Член жюри районного фестиваля, посвященного Есенину, лауреат конкурса Игоря Григорьева, автор 3 книг, стихов и прозы. Ну, естественно, все здесь члены и авторы «Альманаха. Свежий взгляд». Пожалуйста. Так, спасибо большое. Ну вот, надо сказать, что мы сегодня собрались вспомнить, наверное, вот действительно это первое контрнаступление под Москвой, с которого, в общем-то, и начались вот те победы, которые, конечно, было еще очень сложно, очень тяжело. Тяжелейший был 42-й год впереди, 43-й, но как бы начало было положено именно вот контрнаступлением под Москвой. И это действительно такая, может быть, не самая громкая дата,
Но тоже надо знать, надо помнить наших родных, наших воевавших родственников. У меня отец прошел войну, воевал он, правда, сначала на Волховском фронте, потом воевал уже на Первом Белорусском, брал Берлин, то есть под Москвой не воевал, но тем не менее тоже можно сказать, что это и встреча, посвященная не просто каким-то вот непонятным людям, которые от нас очень далеко. Это живо в народной памяти, это, можно сказать, живая история в лучшем понимании этого слова. Это история наших семей, потому что, как правильно сказали тоже в одной замечательной песне, нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Это абсолютно точно. И вот я хочу сегодня прочитать стихотворение из четвертого номера «Свежего взгляда» своего, как раз посвященное вот этому поколению, поколению победителей, которое от нас, к сожалению, уходит, но в наших сердцах и в сердцах детей наших и внуков будет жить вечно. Далеки от нас громы той войны, мы в дни мирные рождены, но росли, когда грозные года нам вплетались мысли и сны. Той войны бойцов, дедов и отцов, мы застали еще живых. Тех, кто вышел в бой, заслонив собой нерожденных своих родных. Молоды, сильны, цвет своей страны, защитить ее вы смогли. А дошло до нас, мы в опасный час, наш союз не уберегли. Горькое вино памяти дано нам на тризне у славных могил. В Таллине герой, нынче брат лесной, а Бандера в Киеве мил. Говорят и мне, мол, в такой стране плохо жить, нелегко умирать. Может, подвиг наш это был мираж? Что на это могу я сказать? Разве мало видели мы Иуд? Что их ждет в конце? Угадай, пройден славный путь, ты достоин будь. Дело пращуров не предай. Спасибо. Слова, то просьба подпевать. Позицию девушка провожала бойца, темной ночью простилася на ступеньках крыльца, и пока за туманами на окошке на девичке все горел огонек. Парня встретила славная фронтовая семья. Всюду были товарищи, всюду были друзья. Позабыть он не мог. Где ж ты, девушка милая, где ж ты, мой огонек? И подруга далекая парню весточку шлет, что любовь ее девичья никогда не умрет. Все, что было задумано, свой исполнится срок. Не погаснет без времени золотой огонек. И становится радостно на душе у бойца от такого хорошего, от ее письмеца. И врага ненавистного крепче бьет паренек. За советскую родину, за родной огонек. И врага ненавистного
снова крепче бьет паренек за советскую родину, за родной огонек. Значит, слово предоставляется главному редактору альманаха «Свежий взгляд», писательнице, поэтессе, музыканту, главному организатору всех наших побед Ирине Романовне Михашиной. Я очень рада, что вы сегодня все нашли время, пришли. Именно те, кому очень дорога эта тема, у кого погибли, воевали, ранены, остались без ног, родители. Я, конечно, составляю альманах и проживаю все истории. Вчера, когда я пробовала эти песни, просто с колясочкой гуляла петь, конечно, ком в горле. Хотя столько времени прошло, но все это трогает. Мой отец в этом году мне поведал историю одну о наших родственниках, о своем родном дяде. И у него ком в горле, ему 83 года, и все это почему мы сейчас говорим, что это необходимо для наших детей, что вот в России стали забывать, и все искажается. Поэтому наша боль, она вот непроходящая, но мы с ней делимся, потому что ну, пришло время, что ли, да? Пришло время помнить, вспомнить, не забывать. Вот вместо большого рассказа, который небольшого, но все равно рассказа, написался стишок об этом дяде, которого, значит, Ефим Васильевич Суханов и его двоюродный брат Зимин Александр, еще с ними односельчанин Черепанов. Они прошли финскую, и их забрали первыми в начало войны в 41-м году. Ну и одна винтовка на двоих. И вот отец рассказывает, что под Смоленском они безвестно пропали, вот именно братья. Когда отступали, они шли по низине, а этот друг шел, где пшеница, и, видимо, можно было скрыться, а они по голой местности, по открытой, и все, безвестно пропали. Значит, что-то там произошло. В Лукинцах дедушки жили, как соседушки, Луговая улица, 41-й год, по призыву срочному приказание точное. Тот, кто прибыл с Финской, будет годен тот. И два брата, дедушки и их друг-соседушка, получив винтовку, двинулись на фронт, в первый месяц страшный, под Смоленск горящий, под Москвой столицей родины облог. Прибыли на место с немцами, им тесно. Вышло отступление нам в глубокий лог. Братья шли низиной, друг поверх пшеницы. Вышли в ночь ребята, встреча засветла. Ждал полдня их Мишка, вышла перекличка и приказ восточнее отступление. Весть. Так с войны один он все-таки вернулся. Холмик безымянный. Под Смоленском есть. Спасибо. Следующая у нас. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола. Тебя мне
представлю вам Полякову Нонну Павловну, автора альманаха «Свежий взгляд». В 43-м году отца призвали на фронт, а в 44-м он погиб в Белоруссии. Похоронен в братской могиле в деревне Дубровка Гомельской области. Ну, пару слов. Конечно, особенно интересно слушать бывает детям. И спасибо большое Ирине Романовне, что она с ее инициативой стали проводить уроки мужества и нас подключать, хотя бы тех, кто что-то может рассказать о годах войны. Мы были детьми маленькими, в том числе вот я, например. Мне не было 4 лет, когда отца забрали. Мне было 5 лет, когда его убили. Но память все равно осталась. И разгорается вот это, понимаете, все в душе. Остается и хочется отдать детям, людям, чтобы они потом тоже знали, что такое война и сколько она горя принесла. Вот, допустим, у нас, в нашей семье, отец погиб в возрасте 40 лет. Он не воевал даже года. Был связистом на Белорусском фронте. Ну, видимо, пошли они там соединять связь. И в это время вот такая была бойня. Нам, к счастью нашему, пришло извещение с точным адресом, где он погиб и когда. Но ведь приходили и другие сведения другим людям. И каждый, кому точно сообщали, кому не точно. Уже жаль только тех, конечно, у кого без вести пропал. Там он тут всю жизнь будет искать. А у нас не такой случай. Мы нашли его потом. Но так как были все дети маленькие, сначала даже не мечтали об этом. А когда стали подрастать, мысль о том, чтобы поехать на могилу к отцу, имея адрес, завладевала нас до безумия нашими мозгами. Всех больше стремился туда мой брат. Он был единственный мальчик. Конечно, отец придавал ему особое значение. Отец всегда хочет, чтобы был сын. Сын как продолжатель рода и так далее, фамилии. Но вот отец погиб. И вдруг после похоронки, известие, что он погиб, приходит к нам треугольник. А ведь в то время хорошо ли написали, точно ли, не точно, что погиб. Каждый думал, а вдруг? И мы тоже решили, а вдруг? Пришло письмо. А вдруг? Ошибка, да? Это было бы здорово. Но ошибки не было. Письмо было направлено на имя моего брата. Писал тот, кто рядом был и видел, как погиб отец. Был его друг. Отец ему много рассказал о своей семье, о своем сыне, обо всем. И вот этот друг его решил написать моему брату, сыну погибшего отца, письмо. Он писал: мы этих гадов все равно все перебьем. Ты не волнуйся, ему не было 11 лет. Потому что отомстим за твоего отца, героя. Он же герой. Я тоже был, но я уцелел. Вот. И потом писал, что будь мужчиной. Отец на тебя так надеялся. Береги свою маму. Маме трудно, мама хорошая. Береги сестер. Бери на себя все мужские обязанности. И вот мой брат в возрасте 10 на 11 году взял эти обязанности. Он взял топор в руки, пошел рубить дрова, этот ребенок. И он, конечно, полностью почти отрубил палец. А вот это я помню, как он плакал. Как он плакал, как кровь текла из этого пальца. Мать вовремя, видать, схватила как-то там, его обязала палец этот. Куда уж, что они сделали, но палец прирос. А ведь я видела, как он болтался и текла кровь. В общем, конечно, обстановка и жизнь была очень тяжелая до невозможности. И все это лично я не могу без слез вспоминать. Это трудно. И пусть хоть дети, которые приходят на уроки мужества, тоже это слушают и знают. Молодец, спасибо большое. А я хочу рассказать немножко о нашем госте Славе Ильиничне Каштановой. Голод. Она вот снимает, за кадром останется, так? Об ее отце, фотохудожнике Илье Баруховиче Голланде. Правильно называется? Да, Голланд. В 1957 году был издан первый в СССР цветной фотоальбом «Москва» по решению лично Хрущева к Международному фестивалю молодежи и студентов в Москве тиражом 50 тысяч экземпляров и дарился главам государства и гостям. Кроме того, он фронтовик, инвалид, ветеран Отечественной войны, остался без двух ног,
является кавалером ордена Великой Отечественной войны первой степени. И Слава Ильинична принесла нам экспонаты сюда. Я даже подойду показать. И потом она после нашей встречи расскажет, кто желает. Мне немножко рассказали, я нафотографировала о замечательном человеке и его гражданском подвиге невоенном. Так, Ирину Семеновну с Марианной просим на сцену. Следующую песню они нам поможем. И готовится у нас Александра. Да. Или же я гостю сначала дам. Ольга Атаманова. Можно попозже, как вам удобнее. А мы вам сейчас дадим, а потому что она потом нас тут запоет. Как скажете. Разрешите представить вам Ольгу Атаманову, поэт, член Союза писателей России. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня много стихов о войне. Конечно, я могу сказать о своих родственниках, например, про своего прадеда, мастера печатного дела, человека, который относился к рабочей аристократии. Настоящий. Да, я могу забрать, наверное, чтобы меня было лучше слышно. Да, настоящий профи, как говорят сейчас. И он работал в блокаду, и, к сожалению, да. Да, и все равно меня не слышно. Так, сейчас минуту. Да. Я могу взять. Сейчас было надо слышать. Все, да. Нет, вот. Спасибо, да.
платит работу. Здесь работал в типографии Шумахера, что у Лучкового моста в Ленинграде. И, к сожалению, не дожил до конца блокады. Мой прадед воевал в полевой разведке. Вернулся с войны. И у меня есть стихи о войне. Я думала даже, что мне сегодня прочту что-нибудь современное. Хотя у меня и вообще-то я пишу в традиционном стиле обычно. Я решила выбрать немного другое. Прочту такое Эрлиба. Глаза журналиста с пристрастием, призванного к ответу сепаратистами, незалежной. И все же не сломленного, и глаза брутального мальчика, готового истерить и подчиненных нагнуть при малом намеке на приезд большого начальства. Глаза их, наверное, встречались. Зачем? Разве им было о чем разговаривать? Едва ли когда-нибудь встретятся глаза брутального мальчика и глаза бедного сирийского башмачника, чьих троих ребятишек в жертву забрал мох войны. Глаза их едва ли когда-нибудь встретятся. И ни к чему. О чем брутальному мачо говорить с простонародьем? Спасибо. Как-то тему задели, но мы ее не муссируем, потому как надо пережить ее. Председатель, дипломант многочисленных конференций, конкурсов и встреч Александра Таан представлена на выступление в Ленинградское областное отделение Союза писателей России, член редколлегии альманаха «Царскосельские тетради», автор трех книг. Всех из нас так или иначе коснулась война, потому что есть то, что будет гореть, горит и не умрет никогда. У меня воевало три деда. Это старшие братья у моего родного дедушки Ивана Катанина. Жили они на Волге. Там замечательная совершенно история. Конечно, у всех разная судьба получилась. Один младший брат моего родного деда, ну, самый младший, скажем так, можно сказать, он чуть старше моего, пошел 17-летним на войну и погиб по танку с гранатой. Ну, сам, добровольцем. И погиб. Я уверена, что, конечно, для него это было счастьем, как для всех, кто действительно отдавал свою жизнь, это капля в море, во имя любви к родине, во имя жизни следующих поколений, своих детей, внуков. Здесь даже не было вопроса там пойти, не пойти. Это то, что есть у каждого русского человека главный смысл, главная любовь к родине и к своему народу. А средний сын погиб, и только старший дошел до Берлина, вернулся увешанный медалями. И вот как мама рассказывала, мы просто уехали с Волги, потом жили в Петербурге, мы живем сейчас. И народилось, как тогда было принято, много детей. Соответственно, они увидели и победу, и, я думаю, были безумно благодарны деду за то, что он прошел, за то, что он действительно смог вложить свою частицу вот в эту замечательную, огромную нашу победу. Я помню, как бабушка рассказывала мне про начало войны, ей было тогда 6 лет. И говорит, мы были детьми и увидели, как шарики, летят шарики, самолеты побежали, ну, же дети, естественно, там, и кричат, ой, там шарики, бежим скорее, хорошо, это было по берегу Волги, а, собственно, это падали бомбы.
конечно, и там было голодно. И бабушка, я помню, вспоминала, говорит, ты не представляешь, какая вкусная, может быть, не вкусная мидия. Вот эти, говорит, бабушка, ты что? Да, говорит, безумно вкусная, мы их жарили и ели. Так что это, конечно, те вот крупицы, из которых, может быть, дай бог, я очень хочу свозить маму на Волгу, мы были там последний раз достаточно давно, там всего семейных обстоятельств, и восстановить вот это все, и, может быть, написать даже или воспоминания, может быть, хочу делать прозу. Конечно, это все сейчас не так просто найти, потому что многих уже нет. И если кого-то удастся, тех, кто помнит родных, тоже, которые, может быть, потеряли с нами уже некий контакт, потому что переехали. А у меня есть три стихотворения, которые посвящены нашей замечательной с вами стране, которая смогла и будет всегда изгонять из себя чертей, кто бы ни пришел к нам с мечом, от меча не погибнет. Россия, светлый молебен берез, звоном церковных наполнен. Светлый молебен берез, звоном церковным наполнен, от колокольчиков слез, да, колоколен. Нежная дымка лугов душу мою осветила. В Библии русских снегов высшая сила. Кровью морожки война, кладбище грозного неба, алая даль и страна, жизнь моего деда. Трем моим дедам. Память черничного леса, та незабудка война. Из регионных замесов ночь, что от крови нежна. Дедов священное трио немцев велели встречать. Младший гранатом и взрывом танки в консервную рать. Средний травой прорастая, громом смертельных боев из обгоревшего рая. Фото, где с Милой вдвоем старший салютом победы, что расцветет над страной и повернет реку Леты внучку, дочкой, женой. Да, обязательно. Марианна, мы споем песню, потом спим. Да, последний правильный. Если вдруг тянет микрофон, просто кнопку туда и обратно. Марианна, песню. Дороги.
блеснувшие травы, клевер остыло над лугом брожение, мироточили молитвы дубравы, их серебристое странное пенье над безнадегой, над горем, над бездной, Русь не протратив и вздохом безбрежным, каплей росы Вифлеемской воскресну, тело отдав травам шелково-нежным, кровью рябины придавлено небо, тяжесть Голгофы и 30 звенящих, черных и жирных от крови Иуда, криком ворон и смертей говорящих, белых берез колокольная дымка даль осветит и омоет погосты, к Богу плывет православная рыбка. Все эти кринки, Георгия, звезды. Также я хотела бы сказать, что у меня вообще так сложилось, что в семье многие почувствовали разные этапы тех или иных боевых действий. У меня дядя воевал в Афгане, он майор, а мой муж, тоже майор, участвовал в Грузии в конфликте с Осетией. Он учился сначала в Суворовском, а потом в Петергофском высшем училище. Так что у меня Иуда, это вот на тему как раз у нашей замечательной Украине, собственно, вот такая перекличка. Я думаю, что это все временно, слово сказать. Конечно, разум возобладает. На безымянной высоте вырадище. А это, да, одна из моих, кстати, любимых. Ну, вообще, я очень люблю романсы. Включите туда это. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18 ребят. Как много их друзей хороших лежат осталось в темноте. Незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась, падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, но только крепче мы дружили. Под перекрестным огнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте мне часто снятся все ребята. Друзья моих военных лет, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте.
семян на высоте. Скажите, пожалуйста, вот гостя, как нам представить? Она сама себя представит. Журналист. Всем добрый вечер. Автор двух книг. Сюда, Юлечка, пожалуйста, их подсвечивать. Вот здесь где-то стой. Парочку. Всем добрый вечер. Родилась в Ленинграде. Люблю очень этот город, людей. Закончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов на журналиста. Пишу статьи о культуре, о городе, о разных культурных мероприятиях, которые происходят, вот, о море, о туризме. Вот. И в этом году вышла моя книга стихов «Неизлечимая болезнь». Вот. Если что, она есть у меня с собой. Вот. И прочитаю стихотворение о родине. Странное в моей душе не внятится. Вроде бы сегодня, как вчера, та же петербургская сумятица, из людей сплошная мишура. Листья по-октябрьски морщинисты, хмурится дождями небеса. Солнце стало слишком уж прижимистым, только разгораются глаза. Может, это только мне мерещится, в слякоти ненастье красота. Искренняя радость в сердце плещется, с родиной она сопряжена, с родиной, измазанной до крайности, в холоде и шумной суете, близкой мне в любой своей реальности. Родину я чувствую в себе. Всем огромное спасибо. Живу, пока могу писать стихи. Жестокие, веселые, живые, порой как раскаты громовые, то жизни многоликие штрихи. Они тяжеловесные и легки, как жизнь разнокалиберной по сути. Победы и глухие тупики, переплетение радости и грусти. Есть дети среди них и старики. Одно лишь только в каждом неизменно, то правда, что не с годом вопреки охватывает дерзко современность. Спасибо. А сейчас я хочу вам представить Марианну Валерьевну Соломко, поэта и музыканта, переводчика, лауреат премии «Молодой Петербург», дипломант Всероссийской премии Толстого, член Союза писателей России, окончила фортепианный факультет Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Ильича Чайковского. С детских лет гастролировала, в том числе в Швеции, где дала свыше 100 концертов. Лауреат многих региональных и международных поэтических конкурсов, аранжировщик, аккомпаниатор на фортепиано и гитаре, исполнитель песен и романсов, награждена дипломом за первое место в номинации «И этот город я любил» на 6-м межрегиональном творческом конкурсе. В памяти поэта Николая Бурашникова в городе Чайковский в 2016 году. Автор двух поэтических книг, автор «Свежего взгляда» и «Царскосельских тетрадей», и еще многих-многих других. Пожалуйста, друзья, приветствуем. Как хотите. Своим голосом. Громче будет, да? Нет, отвлекал. Там садится батарейка, я прошу прощения за техническую. Да, я лучше своим голосом. Я прочту из третьего номера «Альманаха» «Свежий взгляд» свою поэму, посвященную четверым прадедам, которые воевали. Причем двое из них прошли и Первую мировую войну также. Поэма называется «Как поле становилось небом». Посвящается моим прадедам, прошедшим войну, Мосину Григорию Ильичу, Смирнову Алексею Ивановичу, Назарчук Кириллу Леонтьевичу, Соломко Панасу Николаевичу. И хочу показать фотографию,
которая также есть. Это четверо прадедов, которые воевали. Вот спасибо большое Нине Романовне Михашиной, которая опубликовала это произведение. Все четверо прадедушек моих ушли на фронт. За мирные соль хлебушек, за ясный горизонт. Детей и жен оставили в разлуке горевой, а сами встали на смертный бой. В гражданскую Григорий был дивизии Чапаевской. Не понаслышке горя был, он знал под белых натиском. Ходил не раз в атаку он и трижды в рукопашную, где сплошь багряных маков стон и тел хрустящих ландыша, где никли в страшном шепоте седых голов ромашки, не разобрать в той копоти наши, не наши. И видел, как зажигались на пашне в тихую ночную невидь звезды на буденовках павших, как поле становилось небом. А в 41-м снова призван на пулковских высотах, идя в атаку за отчизну, он срезан был стальной осокой, тяжелораненый, но тверже кремния, за Волгу комиссован спешно, чтобы умереть в родной деревне, оплаканный безутешно. Бумажные соколики солдатских треугольников летели, надежды окрыленные, полынные, окопные, в огонь, в метели, и обрывались громко на ноте, близкой к солнцу, глухими похоронками, рыданиями не вернется. С винтовкой и с песней ушел на передовую 20 века ровесник Алексей в Первую мировую. Он знал в свои 18, как от гранаты отрывается чека, чтоб в кутерьме тачанок адских остановить конницу Колчака, как свистят махновские шашки, лопаются стремена, как черной креповой шалью кутала вдов война. А в 41-м батальона начальник, крылатые петлицы, он раненых на своих плечах вытаскивал с огневой позиции. Тогда все небо словно корчилось, но он кричал ему: «Врешь!» И падали фашистские коршуны в рожь. 22 июня, год 41, черен и сер, когда фашистские слюни долетели до СССР. Воспоминание одно фронтовое Кирилл донес издалека. Был день, из 2000 осталось двое от целого полка. Но у каждого было победы, знание под неслыханным пулеметным дождем. Кирилл был орденом Красного Знамени награжден. Ушла исполинская сила, тысячи тел в хлебах, и роса вечеру засветилась на их измученных лбах, и воспарил лаванды ладан. Чернела ночь, как ягоды крушины. Да будь война неладна, да будь неладны, фашисты. Когда победим, не знали мы, но знали, что победим. Пылью дорожной покрылись мальвы, когда по нас уходил в переломном 43-м, поправив картуз, уже за околицей сказал: «Верьте, я вернусь». И прошел войну сапера, многодетного Бог хранил, близко кружил смерти ворон, ни пера не обронил. Помнит поле, где ни травинки, развороченная земля и окровавленные ворвинки, на дне воронки чернее угля, и повсюду осколки, целая рота сгинула. Неизвестных солдат здесь сколько, в миной вырытой могиле. Забылось все, ранений, тернии, бомб, смертопад, гранат, разрывы, но не сложила память крылья. Есть то, над чем не властно время, не все оно крадет и грабит. Смотрю альбомы фотографий, славянских глаз твоих цикорий, я вижу, прадед мой Григорий, вот, заплативший жизнью всей, за мир мой прадед Алексей. Заслуг твоих иконостас сияет, прадед мой, по нас, и подвиг тот, что подарил потомкам прадед мой Кирилл. В Красную книгу войны вы навсегда внесены, отцы, мужья, сыны, шли до весны. Ваши души шире журавлиных крыл, по нас, Григорий, Алексей, Кирилл. Вы колоски в соленой памятной росе, Кирилл, по нас, Григорий, Алексей. И от беды и зла солдатский светлый спас, Григорий, Алексей, Кирилл, по нас. Спасибо за победный мир в истории вам, Алексей, Кирилл, по нас, Григорий. Спасибо.
После этого мы сделаем фото на память, и у нас короткая экскурсия, как пойдет. Все ведь хотят узнать, что за книги, что за музей, Сергей Геннадьевич, да? Ну, я с радостью. Если кто пожелает, скажу, он конечно. Расскажет. А потом я приглашаю идите, в Пироговский идите, дворик пройти идите, на чаепитие вместе с нами. Ну что, Катюша, да? Катюша будем пить, да? Будем? Да. На Катюшу должно хватить батарейки. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет, пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Браво, Марьяна! Предлагаю всем встать на коллективное фото.